Всем привет, с вами Алина. И хочу вас поздравить с 8 марта. Я желаю, чтобы у вас именно в вашей жизни было просто все замурчательно. Чтобы вас любили, уважали и, главное, заботились о вас, дарили прекрасные подарки. Не знаю, что вам еще передать словами, но чтобы у вас просто в вашей жизни царила любовь, и чтобы вы уходили в свои мечты и не забывали то, что ты, именно ты, самая красивая. 8 марта уже не за горами, а я сегодня с вами поделюсь новым DIY. Это будут конфетные цветочки. Ну, давайте приступим. Поехали! Для цветов нам надо, конечно же, конфетки. Я буду брать мармеладки и как бы рафаэлки, пленочка, или можно даже взять канцелярский файл, линейка, ножницы, картон, вилки. Так, для начала давайте-ка я обрежу вилочек, саму вилку. Сейчас мы выложим наши конфетки, чтобы отмерить, какой нам надо круг. Ну и какой миленький цветочек. Какие хорошенькие! Очень классно получилось, вообще супер подарок. И главное, пахнет вкусно. Главное, это съедобно. Сладкоежки оценят. Да, делается оно очень легко. Класс, класс, класс. Смотрите, какой букетик у нас получился. Такой хорошенький. Get up, get out of your bed.